очень важно делать маммографию. И опять же, в нашей провинции, если у вас нет показаний к ранней маммографии или к раннему исследованию молочной железы, то маммография начинается с 50 лет и делается ежегодно. Это очень важное исследование, потому что часто бывают мелкие изменения, так называемые отложения кальция в молочной железе, которые необходимо проверять. И только маммография может их показать.